5 сентября в поселке Селятина Нарфоминского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные 60-летию градообразующего предприятия «Треста Гидромонтаж». К юбилею предприятия было приурочено открытие памятника ветеранам «Треста Гидромонтаж» солдатам Холодной войны. На площади перед монументальной композицией собралось большое количество жителей Селятина. Митинг открыл председатель научного совета «Треста Гидромонтаж» Александр Буренков. Что такое любить Родину? Ее невозможно любить, не зная истории своей малой Родины, места, где ты живешь и трудишься. Если именно через малую Родину мы связываемся с понятием большой Родины, а так получается, большая Родина в нашей жизни без малой является неким отвлечением, абстракцией. И эта пустота постепенно может заполняться и заполняется, к сожалению, как это произошло сегодня на Украине, прививкой духовной ценности совершенно чужеродной нам цивилизации. Именно поэтому, увидев, что история Треста напрямую связана с историей Холодной войны, мы решили заняться этой проблемой. На протяжении 5 лет научный совет предприятия начал собирать летопись «Треста Гидромонтаж», вклад которого в обороноспособность страны велик и значителен. Созданный в 1955 году в системе Министерства среднего машиностроения, Трест выполнял ответственные государственные задания, создавал новую индустрию. А славная история предприятия и подвиги простых тружеников говорили на митинге все выступавшие, в числе которых был и Владимир Гутенев, депутат Государственной Думы. Слова поздравления прозвучали от губернатора и правительства Московской области, от депутатского корпуса областной думы. Сохранение преемственности поколений прежде всего нужно детям, которые должны знать, на какой земле они растут и в каком окружении, подчеркнули гости в своих выступлениях. Участников митинга также приветствовали глава Нарфоминского района Вадим Андронов, вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Юрий Тебин, член общественной палаты РФ Сергей Марков, глава городского поселения Селятина Евгений Голубев. Почетное право открыть памятник солдатам Холодной войны доверено ветеранам Треста Гидромонтаж Аде Александровне Новосад и Николаю Тимофеевичу Глебову. Памятник явился собирательным образом героя, созидателя и защитника. В центре монументальной композиции буровая вышка, символизирующая мощь и масштабность выполняемых работ. Грандиозные планы страны смогли реализовать скромные, но отважные люди, чьи фигуры изображены в этой скульптурной композиции. Буровики, монтажники, геодезисты, сварщики, водолазы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Автор памятника Геннадий Новоселов вложил в свою монументальную работу мысли о том, что человек по природе своей должен быть созидателем, чтобы после него оставалось наследие потомкам, и они ценили сделанное и старались равняться на поколение героев. Они служили Отечеству, а выше, так сказать, радости и доблести, как Василий Васильевич Андреев как сказал, тяжелое это дело служить своему Отечеству, но все искупается счастьем служить его. По большому счету, для духовного человека, а условно скажем, тот, у которого духовно-материальные и интеллектуальные свойства и качества и устремления намного выше материальных, для таких людей вот, работать на суперзадаче, служить своему Отечеству, это очень важно и очень радостно, это счастливые люди. Ветераны Треста «Гидромонтаж» по достоинству оценили результат многолетней совместной деятельности и поблагодарили за такой бесценный подарок всех, кто был причастен к его созданию. Мы, ветераны атомной отрасли, благодарны руководству и акционерам Треста «Гидромонтаж» за поддержку идеи создания памятника участникам испытаний ядерного оружия и чернобыльцев, в том числе и финансовых, и довольно значительных. Памятник будет напоминать всем о героических делах Треста «Гидромонтаж». И подрастающее поколение будет знать героическое прошлое их отцов и дедов, гордиться этим прошлым. Участники торжественного мероприятия возложили цветы к подножию монумента. Минуты молчания почтили память ушедших героев Треста. Взвод почетного караула гвардейской Таманской дивизии торжественным маршем отдал воинскую честь. Очередная страница летописи славного Треста «Гидромонтаж» вписана в историю страны. Его развитие продолжается, и впереди еще много полезных, значительных и важных дел. Трест «Гидромонтаж» уверенно смотрит в будущее.